Всем привет, ребятушки, это мой новый влогик. Сейчас у нас на часах 3:30 утра, на минуточку, 3:30. Андрюшка записывает видео, пацанки, а я сейчас буду готовить драники или нервы, ну, каждый по-разному говорит. Картофанчики натерла, добавила еще сюда морковку, потом добавлю яичко, муку, соль. Ой, перемусякиваем это все и будем жарить дерунчики. Вот такой будет завтрак для Андрюшки. И еще я приготовила нам чай с молоком. Время видела? Что ты прыгаешь? Эльза? В чем проблема? Что за поведение? А? Что, воды перепила, я смотрю, да? Что ты дрыгаешься? Молодец. Посрала, и что теперь? Похлопал. Дальше что? Ты что, отбойный молоток? Что ты делаешь? Ты танцуешь? Ты приседаешь? Спортом пойти заняться мне? Что? Открыть? Говорит, выпусти меня. Открыть? Выпусти меня. Открывай сама. Толкай. Толкай клетку. Давай, сейчас как смотри, смотри, знаешь, смотри. Смотри, что делает. А? Ума хватает же, смотри. Смотри. Висит. Ну, и что будем дальше делать? Сейчас, хоть мы аккуратно так клюв можешь повредить. Ну. Что будем делать? Что, испугалась? Пересрала, да? Смотри. Вот что-то я не поняла. Ты что, коронавирус? Эльза думает, не чихай на меня. Смотри, она понимает, смотри, ты видишь, как она умна, она понимает, что ее держит. Смотри. Смотри. Кажется, ты вылетела, да? О, все, все, дали свободу, смотри. Сегодня у нас, ребятушки, на улице прям солнечная погода. Ну, прохладненько. Ну, это еще утро просто, мы сегодня очень рано встали, потому что, оказывается, нам там нужно встретиться сейчас с владельцами того объекта. Не владельцы, а люди, которые отвечают за обслуживание той территории. И, в общем-то, есть один нюанс. То, что вы купили там участок, это еще полбеды. Оказывается, там есть еще взнос. Ну да. То, что там все красиво вот так вот. И я вам скажу, что стоимость этого взноса стоит так же, как участок. Да, а еще плюс вы должны, ну это мы знали вообще, что потом платить каждый месяц, но этот взнос, конечно, нас удивил. Каждый месяц по 5, ну пока что цена 5,5 тысяч гривен. Чтобы за обслуживание территории. А, не, ну если не это не бы было только, если мы въехали, то ладно, а так-то нужно еще взнос, то это вообще нам никто этого ничего даже не говорил. Ну, сейчас едем, будем разговаривать с руководством. Мы сегодня с родителями будем жарить шашлычок. Сегодня 9 мая. Нет, у нас. Нет, шашлык не будем уже жарить сегодня. Сказали, а что? Будет плов, типа... А, плов? Уха. А, в общем, с нас рыба, с мамы моей да, уха, что-то... с твоей мамы... Плов. Плов. Да. Ну, плов тоже с мясом, наверное, правильно? Ну, наверное. В общем, идем в АТБ купить продукты. Набрали продуктов. Помидорчики, огурчики еще взяли. Рыбку. А вот, ребятушки, в общем, там мопедка, которую мы маме подарили. То видео, которое стерлось, которое вы не увидели. В общем, вот он. Мотошпулер мамин новый. Красивый. София, а ну сыграй на гармошке. Брынь-брынь, давай. Так. Как? Так, Elon News, а ну давай проводи инструктаж, как забивать правильно кальянчик. Короче, берем сначала мы щербет, ну может какой-то другой. Щербет? Ну щербет, это щербет и щербет. Берем ножик и каждый так тыть, а потом в чашу тыть и все готово. Ого, на природе. Свежий воздух, да? Как кальянчик? Обалдел. У нас уже осталось два бобика, им оградили большую территорию.
бегают, радуются жизни, подросли немножечко. Да? Бобики. Кому нужна собачка, пишите в комментариях, либо находите в инстаграме ДТБ Киев. И вот там собачки эти. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. Why try to borrow even more time, time you never have. Димон, где ваши дреды? У меня еще волосы недостаточно выросли, чтобы они, чтобы их сделать. Минимум нужно... Ну, нормально отросли. Нет. Здесь у меня где-то 3,5, а нужно 5 сантиметров, чтобы здесь было. Короче, дреды будут вот тут. Ага. Вот это, по волосе головы. Ну, так что дреды будут, только нужно, чтобы еще чуть-чуть волосы подросли. А видно уже мой цвет. Там лайки, наверное, уже перевалили, да? Да, лайки уже есть. А когда новое видео выйдет на канале? Наверное, сегодня будем снимать что-то. Будешь снимать сегодня? Молодец. Натуре классно, да? Конечно. У нас, оказывается, собачки уже не две, а одна. Сегодня вторую везут домой, хозяевам. А сейчас фотосессия собачек. Какие лапочки. Осталась одна собачка, если что, вся информация в ДТП Киев. Так что обращайтесь в инстаграме. А какая уезжает? Уезжает, ага, в общем, еще Ева есть у нас. Ева на фотосессии. Все, Бобик, пока. Приехали мы в наш пустырь. Да, мы вчера вам не показали, как он выглядит. Видите, тут мусор сброшенный. Вот он наш участок. То есть он где-то так от дороги, вот до сюда, потом чуть туда, и там вот заканчивается. Ну, короче, ну, можно выстроить. На самом деле здесь территория, ну... Ну, придется очень много насыпь делать, потому что здесь говорят, что если плохая погода, бывает весна плохая, то намывает здесь вода. Подтапливает, да. Вот нужно будет выгонять уровень высоко очень. Ну, все, я думаю, это все возможно, на самом деле. То есть просто главное качественно сделать гидроизоляцию цокольного этажа, подвала, и тогда все будет четко. И на этом же подвале будет держаться сам дом уже на уровне. Здесь, короче, чувак слушает песню на мойке мою. Ребятушки, прислушайтесь. Готовы за копейку отдать им душу, а вариантов больше нет. Хочу ведь кушать, а вы скажите мне, пожалуйста, что обещали, когда на выборах всех вас мы выбирали. Зарплаты выше и пенсии понадежнее, но это все вранье. И вы ведь тоже, и с каждым годом только слышно, как стало хуже. И мелкий бизнес начинают под корень рушить, проверка за проверкой. И денег мало, да сколько можно же нас грабить? Вы задолбали, поразрушали вы заводы, колхозы, фермы, чтобы взамен себе купить большие стены. Попродавали все к чертям, и вам не стыдно? Давайте будем же людьми, а не будем быдлом. И что я вам хочу сказать напоследок, что можно все-таки вернуть, чтоб наши дети гордились нашей страной и нашей верой. Ну помогите хоть немного, вы наши мэры, и я уверен, что наступят те времена, когда правительство заботится про тебя. И этот мир, это все твоя страна, твоя же родина, это все твоя судьба. У нас тут уже уха варится, и Русик на гитаре играет. Это гитара. Кукулеля? Кукуля, только кукулеля, да? Ну ладно, пусть будет кукулеля. А тут уголечки уже готовы, чтобы жарить рыбку. Like, ride with me if you ride with me.
with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ребятушки, всех с праздником. Вот такое у нас получилось. Так. 9 мая. Котик, как тебе? Ты поспал? Да. Отлично. Свежачок, уха с рыбкой. Солнце светит прямо в вас. Вот такой у нас стол шикарный. Так, будем обедать. Пока мы покушали уху, вот такой у нас плов. Ух, парует. Да ты шо, вот это у нас плов. Едем мы, ребятушки, домой уже. Холодно сегодня, промерзли мы немного, конечно. Ну да. На улице такое, такой себе вариант. Вот, сегодня, в общем-то, встретились, пообщались. Что в итоге мы выяснили? Ну, короче, взнос никак стоит, не меняется. В общем-то, ни хреновую тучу денег, вот, но... Не обязательно их сразу выплачивать, а второй не обязательно сразу сейчас даже подключаться к ним. Мы решили, короче, что пока мы будем строиться, мы возьмем строительный вагончик, чтобы там, если были там строители, которые будут там что сделать, и возьмем станцию, генератор, да, станцию, то есть, чтобы было электричество на дизеле, либо на бензине, вот. Это будет как бы и дешевле, мы не будем пока что сидеть на игле. Они по строительству дают максимум год, чтобы мы за год построились. А мы же не можем успеть за год построить то, что мы хотим лично. Ну, да. И они потом начнут, скажут, вот закончился, ребятушки, давайте мы считаем, начинаем считать, хоть вы здесь и не живете. Ну да, типа. Вот, а смысл нам, типа, платить, если мы там не живем? Мы когда переедем туда, уже в дом уже построенный, то тогда мы начнем уже платить, как типа, все. Ну не жилой будет, что мы будем там вот этот год. Представляете, что такое построить дом, сколько нужно денег, то, что мы хотим облагородить его, там, завести технику, кухню, чтобы жить там. Это, ну, как по моим подсчетам, это минимум года 3-4, с учетом того, что экономия и тому подобное, реально. Ну, это не дешевая работа, тоже остекление и так далее, там. Я молчу, сколько это может стоить. Вот, поэтому мы решили, что... Там вроде чувак неплохой и так далее, мы с ним пообщались, телефоны есть. Да, там вроде обычный. Вот. Да, будет заезжать КамАЗ, там за это, ну, там будут платиться там деньги, когда там когда строители приедут. Вот. Но пока мы, в общем-то, не все не ведем до ума, в конечном итоге уже ближе к финишу, мы тогда уже кинем. Когда мы понимаем, что нам нужно будет электричество, мы уже кинем тогда провод. Заплатим взнос, который должен быть полный там. Заплатить за инфраструктуру, которая там есть, то, что там всякие дороги, парки и так далее. Вот. Но мы же еще хотим, в общем-то... Ой, случайно обосрался. Мы еще хотим же потом... Что-то я это чуть-чуть... Пикнул, да? Я чуть-чуть шалю. Вот. Солнечные панели, вот, которые должны по факту немного... нам помогать. Ясно, что, конечно, вначале тоже нужно будет за них выложиться, ни херновую тучу денег. Но пока есть деньги и возможность, я считаю, что нужно будет это лучше поставить, чтобы потом, мало ли что,
эти солнечные панели помогали сэкономить. Нам сэкономить на электричестве и тому подобное. Вот так. В общем, пока что на сегодняшний день такие новости у нас. А дальше будет видно. И будем смотреть. Да. Thank you.